Приветствую вас, дорогие зрители. После просмотра видео обязательно оцените качество новостей лайком. А мы начинаем. Наталья Фриске предпочитает не афишировать личную жизнь, и свою беременность в Instagram она не хочет обсуждать. После новости о пополнении в семье Фриске, врачи стали давать комментарии СМИ. Учитывая болезнь старшей сестры, Наталья попадает в зону повышенного риска развития рака. Не только женщина, готовящаяся к беременности, а вообще любой человек должен понимать, если среди близких родственников кто-то перенес онкологическое заболевание либо погиб злокачественного процесса. Эти люди попадают в зону повышенного риска, объяснял врач в комментарии Пятому каналу. Наталье Фриске рекомендовали пройти обследование. Сестра покойной певицы привыкла, что ее семью часто обсуждают в СМИ, но не стала закрывать глаза на новые слухи. Наталья попросила не ставить ей несуществующие диагнозы, а также не стараться рассекретить отца своего ребенка. «Давайте мы не будем записывать в отцы ребенка каждого, кто у меня появляется в Instagram. Перестаньте приписывать мне онкозаболевание и писать всякую ерунду», — сказала в Instagram сестра певицы. Фриске-младшая отметила, что чуть позже поделится подробностями своей беременности и расскажет об отце ребенка. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.